3000 рублей заплатит жительница Кировского района за оскорбление соседки. Своей нецензурной бранью она причинила женщине моральные страдания. С этим согласилась прокуратура, проверив обращение пострадавшей и возбудив дело об административном правонарушении по статье «Унижение чести и достоинства». Судебное решение о штрафе сегодня вступило в законную силу. Сам инцидент произошел 28 октября прошлого года. Как следует из заявления, грубиянка, выходя из подъезда жилого дома, остановилась рядом с соседкой и начала ее оскорблять. Самым мягким определением стало слово «очкарик». Обиженная женщина написала жалобу в надзорное ведомство.